Сегодня в СФУ обучается более 1000 иностранных студентов, слушателей и стажеров из самых разных стран мира. По окончании университета ребята возвращаются к себе домой высококлассными, востребованными специалистами. Уже в школе я знал, что Сибирский федеральный университет – крупнейший вуз в Сибири. С огромной территорией кампуса, который включает в себя 30 общежитий, 24 учебных корпуса, здание библиотеки, конгресс-холл, многофункциональный спортивный комплекс, медицинский центр. Обучаюсь в Институте космических и информационных технологий. Я являюсь активистом Центра дружбы народов, а также являюсь командиром студенческого отряда. Благодаря этому у меня появилось очень много друзей, и мы практически стали большой семьей. 5 лет, которые я провела в Сибирском федеральном университете, я приобрела не только востребованную специальность, но и навыки управления. Также, как в Сибирском федеральном университете учится очень много иностранных студентов, у меня появились друзья по всему миру. Мы – студенты Сибирского федерального университета. По праву гордимся нашим вузом и рады продемонстрировать нашим соотечественникам все его возможности. Здесь мы сами создаем уникальную гостеприимную среду, в которой реализуются таланты и совершаются первые шаги к нашему успешному будущему.